«Вещие сны Иосифа». Так называется история, о которой вы узнаете сегодня. Дом этот, конечно, мог быть чьим угодно, но в нашей истории это дом профессора Пиппера и его сына Криса. А это Джой, соседка Криса, с которой он часто играет, читает и делает уроки. Ох, какая глупость! Зачем ты этим занимаешься? Это вовсе не глупость. Я проверяю свою теорию построения пирамиды. Ой, Долли, осторожнее! Что ты натворила? Непослушная собака все поломала, исчезни отсюда! Знаешь, Крис, эта модель должна была выдержать такую нагрузку, значит, я не прав и где-то допустил неточность. Ох, я устал. Джой, ты не хочешь пособирать кирпичики? Нет, я тоже хочу отдохнуть. Мой папа думает только о работе, больше его ничего не интересует. Любит свое дело. И никого больше. О! Пойдем, почитаем. Открой скорее. Суперкнига! Да, наша любимая книга. Пришло время отправиться в следующее путешествие. Куда же мы пойдем на этот раз? Куда же мы пойдем? Джой, смотри, какая большая пирамида. Где она находится? Кажется, в Древнем Египте строили такие. Правильно, это Древний Египет. Государство высокой культуры. Ну что, отправимся туда? Ага, конечно, отправимся! Большой рынок, да? Похоже. А если он не отпустит его, с чего он взял, что мы шпионы? Ну откуда я знаю? Ты же помнишь, вначале правитель хотел задержать нас всех, но потом, слава богу, смиловался и оставил только Симеона. Что это вы такие хмурые? Веселее! Как же нам не печалиться? Нас обвиняют и говорят, что мы шпионы. О, ничего не понимаю. Если вы говорите, что это не так, отчего же вы тогда тревожитесь? Нет, господин. Мы люди честные и никогда не были соглядатаями. Вот что я вам скажу. У нас очень добрый и справедливый правитель. Пойдите к нему и расскажите все о себе. Этот-то правитель и причинил нам столько зла. Мы не любим тех людей, которые плохо говорят о нашем правителе. Кто вы такие? Хорошо, я расскажу тебе нашу историю. Это произошло 2 года назад. Мы с братьями пришли сюда из Ханаана, чтобы купить хлеба для своих семей. Вы знаете, кругом голод, и многие приходят покупать хлеб в Египет. Вы говорите, что в вашей стране голод, и вы пришли к нам купить хлеба. Но правитель Цафнаф обвиняет вас в том, что вы пришли в нашу страну со злым умыслом. Нет, нет, господин наш, что вы говорите? Все мы дети одного отца и никогда не были шпионами. Ты говоришь, вас 10 братьев. Нас 12 братьев, но младший брат Вениамин остался с отцом, а одного не стало. Приведите сюда своего младшего брата, и тогда правитель убедится в том, что вы говорите правду. Как? Это невозможно. Отец очень любит Вениамина и никогда не расстанется с ним. Симеон, пока не приведут младшего брата, ты останешься в тюрьме. Но, господин, за что? Я не сделал ничего плохого. Молчать! Ты будешь сидеть в тюрьме до тех пор, пока твои братья не выполнят требования нашего правителя, стража! Ах, помогите мне! Симеон! Братья! Симеон! Помогите! Года изо дня в день мы уговаривали отца отпустить Вениамина. Наконец Господь расположил его сердце, и вот мы все здесь. Этот правитель, наверное, злой и коварный человек. Что-то я не пойму, почему он так поступает? Перестаньте ныть, не вижу причин так переживать.
Младший брат с вами. С Симеоном в тюрьме ничего не случилось. Все живы и здоровы. Сейчас вы пойдете к правителю и все расскажете ему с самого начала. И что? Вы же сами говорили, что верите в Бога. О, спасибо, старик. Бог видит нашу правду. Мы не пропадем. Братья, Господь не оставит нас. Сейчас пойдем прямо к правителю Египта, а там увидим, что произойдет. Хотелось бы побывать в этом дворце. Но как же мы попадем туда? Ой. Ой. Вы все время забываете, что у вас есть суперкнига. Незнакомцы, как вы проникли во дворец? Чудом! А это, наверное, вы и есть правитель Египта? Да, я второй человек после фараона. А вы случайно не знаете, что случилось с Рувимом? А что случилось с моим братом? А? Как? Вы хотите сказать, что Рувим ваш родственник? Да. Крис, разве такое бывает? Правителем Египта ведь должен быть египтянин. Непонятно, какая между ними связь? Придется рассказать вам свою историю и как я попал сюда. О, это очень интересно. Я же знала, что здесь что-то не так. Отец мой Иаков поселился в земле Ханаана много лет назад. Тогда у меня было другое имя – Иосиф. Я был 11-м сыном, и отец очень любил меня, говоря, это сын старости моей. Сшили мне разноцветную одежду. Старшие братья, видя это, завидовали мне. Враждебность чувствовалась во всем. Однажды я увидел сон. Вяжем мы снопы посреди поля, и вот мой сноп встал прямо, а снопы моих братьев стали кругом и поклонились моему. Видел я другой сон, где солнце, луна и 11 звезд согнулись передо мной. Я рассказал об этом братьям своим. Они возненавидели меня еще больше. Как-то утром отец позвал меня к своему шатру. Иосиф, сынок, твои братья уже давно пасут скот. Пойди в Сихем, посмотри, все ли здоровы, и принеси мне весточку о них. Хорошо, хорошо, отец, я пойду к ним. Пошел я в Сихем, но братьев там не нашел. Мне сказали, что они ушли оттуда. Я шел долго и нашел их в Дофане. Они набросились на меня, сорвали одежду, которая, видно, их очень раздражала, и бросили меня в яму. Это тебе за твои сны! В это время из Галаада шел караван купцов из Маильтян. Братья быстро вытащили меня и за 20 серебряников продали в рабство. Так я попал в Египет. Тут же, на базарной площади, кочевники перепродали меня Потифару, царедворцу фараона. Хозяин был хорошим человеком, я верно служил ему, но меня клеветали и бросили в тюрьму. Вскоре странные сны стали беспокоить фараона, и меня привели к нему. Сон ваш повторился дважды, а значит, это истинно Слово Божие, и вскоре оно исполнится. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них придут 7 лет голода, и забудется все изобилие. Голод истощит землю. Да, если это правда, нужно что-то придумать. Да повелит фараон скопить хлеб 7 урожайных лет на трудное время и собрать его в городах под ведением фараона. Твой Бог наградил тебя мудростью. Найдем ли мы такого человека, в котором был бы Дух Божий? Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Так я был поставлен правителем над всей землей египетской. И голод, о котором предупреждал Господь, пришел на соседние земли, но в Египте был хлеб. Да. Так вот почему Рувим и его братья пришли к вам покупать хлеб. Зерно-то они хотели купить, а обо всем, что натворили, наверное, уже забыли. Очень жалко, что ненависть и зависть так разделяют людей. Если ты говоришь обо мне, то я давно простил их. Вы, наверное, слышали, что кругом голод. В Ханаане, я думаю, не легче. Сейчас я бы мог помочь им, отцу и своим братьям. Какое же это прощение, если родной брат сидит по вашей воле в тюрьме? Скоро узнаете. Мой повелитель, Рувим с братьями привели младшего брата,
и просит аудиенции. Хорошо. Отведи их в банкетный зал. Будет исполнено. Господи, сколько лет я не видел их. О, Господи! Рувим, почему нас посадили за стол, да еще во дворце? Я сам не знаю, что делать, радоваться или ждать новой беды. Не будем гадать, что бы это ни было, мы выполнили свое обязательство. Может, он отпустит нас с миром. Всем встать! Добро пожаловать во дворец! Правитель Цафнаф рад, что вы сдержали слово и привели брата своего. Вениамин, подойди к правителю, он хочет говорить с тобой. Да, господин. О, Вениамин, я так рад тебя видеть здесь. Да благословит тебя Господь. Я только хотел узнать, что с отцом. Как его здоровье? Слава Богу, хорошо, господин. Приятно слышать. Ну, ты, наверное, устал с дороги и проголодался? Иди, садись за стол со своими братьями. Благодарю вас. Теперь правитель видит, что вы не шпионы. Так что покупайте зерно и возвращайтесь, откуда пришли. Разве вы не слышите меня? Вы все свободны. Неужели мы можем делать все, что захотим? Каждый. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Ты уверен, что никто ничего не заметил? Хорошо ее спрятали? Да, как вы приказали. Ступай. Ой-ой-ой, тише. А? Что это? Бежим. Стойте. Добрый вечер, здрасте. Вот это кто. И что вы здесь слышали? Совсем немножечко, сэр. А что это за трюк вы хотите провернуть со своими братьями? Значит, вы слышали все. Я не думаю, что вы поймете меня сейчас. Это не трюк, это испытание. Я бы очень хотел знать, изменила их жизнь хоть немного. Или это такие же гордые и жестокие люди? Так что же вы хотите сделать? Завтра обо всем узнаете. Подождем завтрашний день. Да, никто не знает, что принесет он нам. По-моему, они очень довольны. А я нет. Ты думаешь о том, что сказал Иосиф, да? Я думаю о том, что нам нужно пойти за ними. Ну, тогда чего мы стоим? Пошли! Ничего не понятно. Крис, мне кажется, ты зря беспокоишься. Ой, как жарко. Ой, может, ты и права. О, что это? Солдаты! Стойте! Стойте! Именем фараона остановитесь! А что случилось? Кто-то украл любимую серебряную кружку нашего правителя. Приказано обыскать ваши мешки и арестовать вора. Принесите сюда все ваши вещи. О чем вы говорите, господин? Мы не воры. Вот мы сейчас и выясним, кто вы. Обыскать их! Немедленно! Есть! Ищите хорошо. Она должна быть здесь. Я даже не видел то, о чем вы говорите. Ну что? Как же я мог ее взять? Вот она здесь. Ну что ты теперь скажешь? Ну я не брал ее! Я не знаю, как она сюда попала! Это так вы отплатили за милость нашего правителя! Клянусь, я не знаю, как она оказалась Пошли. Здесь! Господи, этого не может быть! Здесь какая-то ошибка! Господин, он честный юноша и никогда не делал ничего подобного! Пожалуйста! Отпустите его! Молчать! О чем вы говорите? В чем мешке мы нашли это, а? Если бы вы только знали, как это будет тяжело нашему отцу. Он не переживет этого. Отпустите его. Арестуйте меня вместо него. О нет, капитан. Если эта кружка найдена у меня, значит мне и переносить этот позор. Подожди, Вениамин. Тебе нужно вернуться к отцу. Господин, возьмите меня вместо него, а его отпустите. Нет, лучше мне пойти в рабство. Я останусь, я сильнее. Нет, я. Я вместо него пойду.
Тише, я не могу этого решить. Говорите сами с правителем. Теперь нет никакой надежды. За что же нас постигло такое несчастье? Вот кровь брата взыскивается с нас. Говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Это точно. Мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не слышали его. Видно, зато, братья, и постигло нас горе это. Господи, прости нам наши грехи. И это преступление... О, Боже, прости нас. Вениамин! 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 Прости меня! Прости! Я брат твой, Иосиф. Иосиф? Не может быть! Не может быть. Неужели это ты, Иосиф, брат наш родной? Господи, как он изменился. Прошло ведь столько лет. О, мой любимый брат! Как я скучал без вас. Господи, какая же это радость. Братья мои. Иосиф, прости нас. Прости нас, брат. Прости меня, я виноват перед тобой. Я давно вас всех простил. Ох, ну я уже совсем не надеялся на хороший конец. Видишь? Эта проверка действительно много дала. И братьям Иосифу! Идите скорее к отцу моему и расскажите о всей славе моей в Египте и о том, что видели вы. Приведите отца моего и весь дом его сюда. Бог послал меня в эту землю для сохранения вашей жизни и благословит нас. Благодарим тебя, Иосиф. И пошли братья из Египта в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив, и Бог благословил и возвысил его велико. Возрадовался Иаков духом: жив сын мой Иосиф, пойду увижу его, пока не умру. И отправился со всем, что у него было, в Египет. Там дожил старость свою, там на руках любимого сына почил и приложился к народу своему. Видишь, Джой, только любовь помогает прощать. Какие же хорошие это слова. Я все понял. Только Бог может дать такую любовь.